Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 79, урок 79, exercise 5, упражнение 5. Расскажи своим одноклассникам, как ты обычно проводишь время в лесу или в парке. Используй нужные тебе выражения. Play tennis – играть в теннис. Play with friends – играть с друзьями. Have breakfast – завтракать. Take apples or cakes, bread, butter, tea – взять яблоки, пирожные, хлеб, масло, чай. Run and jump. Бегать и прыгать. С помощью данных слов и словосочетаний нам удалось составить рассказ. I usually play with my friends in the forest. I also have breakfast there. I eat apples and cakes and drink tea. I like to run and jump there. I usually play with my friends in the forest. Обычно в лесу я играю со своими друзьями. I also have breakfast there. Я также там завтракаю. I eat apples and cakes and drink tea. Я ем яблоки и пирожные и пью чай. I like to run and jump there. Мне там нравится бегать и прыгать. В своем рассказе мы использовали слово there. Оно переводится «там». Так, на этом наше задание выполнено. Смотрите остальные решения на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и на группы в социальных сетях. Спасибо за внимание.